Сегодня награждают 42 человека благодарственными письмами те, которые сдавали кровь трижды в течение акции «Помоги делу» в 2022 году. Те, кто получил благодарственные письма мэра, они становятся наставниками и могут привести в акцию «Помоги делу» два новых человека в возрасте от 18 до 30 лет. И в течение всей акции, эти акции будут проходить с мая по октябрь, координировать своих доноров. Это, наверное, был год 2015, когда я только начал учиться в университете. Просто увидел новость о том, что проводится такая акция. Решил, почему бы нет, я здоровый. Если кому-то помогу, то прекрасно. Когда приходит смс на телефон, что спасибо, мы перелили вашу кровь пациенту. Приятно такое чувствовать, что ты помог все-таки по-настоящему. Очень многие мои коллеги, подруги вместе со мной сдают теперь кровь. Так как я являюсь руководителем подразделения, то я всегда с удовольствием коллег отпускаю и на сдачу крови, и потом в дальнейшем в отгулы. Это благородная очень миссия, благородная цель, помощь другим людям, которые в этой помощи действительно нуждаются. Я прям даже сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Это очень приятно, очень волнительный момент, что моя кровь кому-то помогла.